охуенный боец. Вот. Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Ехали хер знает сколько часов за кое-чем для кое-чего. То, о чем я вам не рассказываю, вот мы собираем все для этого. Сейчас идем в типографию, идем забирать то, что нам там сделали. Кстати, парень, который это все делал, спасибо огромное ему. Помог очень сильно, оказался знакомым. Ну, как знакомым, меня знают. Все решил там сделать, подделать, короче. Сейчас заберем и будем идти по следующим пунктам для нашего этого дела. Котик, давай еще раз. У меня закончились 10 гривен. Я у тебя 10 гривен давал? Да, да, я тебе дам. Пробил 880. При этом все, мне даже не попал. А если я попаду, то, блядь, будешь ты плакать, как аду. 10 гривен, понятно? Сейчас я сделаю. Еще? Да. Ты мое солнышко. Ладно, хватит. Не буду показывать всю свою мощь. Ну да, правильно. Этого достаточно. Станюха хочет туда. Класс, отлично. И доволен. Классно, дальше следующий у нас. А, класс, то они прям кинут. Вам подарок уже и по размеру подгонял и вырезался. Фишечки, прикольно. Спасибо большое. Это гон, это гон. Я люблю пить самогон. Хурму ест с ложечки. Острые козырьки, а здесь ударные кошельки. Давай, Танюша, давай. Если давай. Что, она у меня на охране, если что. Это моя охранница. Давай. Ой, я ж ты девочка. А ты мне сколько тебе нужно, типа, чтобы сделать за шаг, потому что потом шаг будет. О, ничего себе, хорош. Да, чемпион! Я тебе собаку купил. Убежал. Убежала. Я опять без собаки. Вернули твою собаку. Кэш-догом вернули твою собаку. Ну, в смысле, собака оттягивает. Смотри. По-моему, не будет у тебя собаки. А эти хотят помогать, вон на питание говорит, пишут, на питание. Короче, собаки не хотят помощи, они говорят, мы как бы взрослые собаки, мы вам не это самое. Мы сами разберемся. Походу, женщинам нужна помощь на питание, они собак типа с собой в кучу берут. А мы купили сейчас по булке хлеба и будем прогуливаться романтично и кушать хлеб. Да, здесь полно вкусного, шашлыки, балаки, глинтвейны, но мы любим хлеб. Хлеб всему голова просто.
Это Андрюша импланты мои несет. Мы будем мне сиськи делать. Ложим собаке дать булки. Та собака вообще не хочет в этой жизни ничего. Она уже преисполнилась. Поймали снова собаку. Или то не... Нет, то не поймали. Или как? Они на собаку надевают. Они будут на ней катать, возить людей. Это они же живодерство. Укрывают, зайка. А кому можно хлеб отдать тогда? О, дядь, здорово! Как дела? Хорошо, да? Я видел. Дядя, это Мартыни. Да, я его вновь. Только что были на хлеб. Сирпия или Виталик? Серьезно? Да, да, спасибо. Спасибо, спасибо. С наступающим новым. У вас просто не с наступающим. Лужаю тебя. Так, ну что? Все, счастливо. Пошли. Пошли ковать хлеб. Нормально. Я хотел их догнать, но я подошел в нычку поснимать, как они хлеб едят, и услышал, как они пошли догоним, и они мимо пробежали догонять нас, а мы собираемся домой, потому что замерзли уже. 2 часа назад вообще снега не было. Выходи за меня замуж. Сколько еще? Давай, убей. Давай, потом отожимай. Это бонус. Молодец. Кому-то в голову зарежешь. Это пиздец. Если вы вдруг где-то слышали в интернете, что меня вызывает на бой, вы уже все поняли. У нас, кстати, появился новый друг. А как вас зовут? Канал ЗБС, Денис Кошельный, пастор «Звезда интерната». 6 миллионов зрителей. Вот эта девушка, самый охуенный боец вообще. Желаю 1 000 000 гривен, наличка под елок. 6 миллионов зрителей откуда? Денис Кошельный постарался. А как подписан? Это на Ютубе, да? На Ютубе ЗБС пастор. А ну-ка, сейчас посмотрим. Не, я покушал сопли, я ебал туда бить. Я уже сегодня столько набил. Пастор. Вот это он? Здесь 47 тысяч написано, а не 6 миллионов. Тикток, короче, во всех каналах. А, я понял, там понял. Там пиздец, еще закрытая страница. Ну, короче, если собрать всех, если кто собрать посмотрел всех? 6 миллионов, но подписчиков, ну, где-то, блядь, ну, 1000. Я понял. Нет, ну, нет, короче, нет, в таком нет. случае тогда у меня 100 миллиардов, ну, потому что... А если всех вместе собрать, то будет там 100 миллиардов, ну, короче, вся это планета... Это пиздануться вообще, да. Это да. Вот, блядь. А ты тиктокер, менеджер? Я во всем везде, во все подряд. А что ты там? Я хочу стать миллиардером. В игру! Паримаш, не-не-не, я сегодня въебал уже нормально. Я не азартный. Ну, я, короче, если что-то придумаю, я записал канал ЗБС, как правильно... При чем тут канал? Ну, я свяжусь. Вот этот канал. Со мной разговаривай. Египтянку тоже жену. Не, ну-ка, да, разберусь. Египтянку знаешь, которая участвовала в холостяке? Блин, ебать, ты крутой. Я в интернете найду. 100 миллиардов, что ли? Да. Ну, если всех вместе собрать, то да, где-то так будет. Ну все, пойдем. Ну, мы, короче, свяжемся. Все, давай, счастливо. Пока. Пару рублей на у меня все на картах, на биткоинах, кошельках. Я попозже, мы с тобой встретимся, договоримся, все.